Известно ли, что авторы употребляли для расширения сознания изучение 4, 5 и последующих этажей? Ну, как минимум, они, скажем так, употребляли Спинозу, Маркса, Броделя и многих других авторов, но, по-моему, они просто не в смысле... То есть они сначала их прочитали, а потом распечатали на токсичной газетной бумаге и выкурили. Вот, причем всех сразу.